Как уговорить любимую купить обувь от Xiaomi? Легко, покажите ей эти кроссовки и скажите, что будете ходить с ней в одинаковой обуви. Она в серой, а вы в черной. Они совершенны для ходьбы. Tube 197, всем привет, вы на канале PolzaNet. И сегодня, кратко, быстро и емко, я расскажу вам о первых унисекс кроссовках от Xiaomi, которые я купил своей супруге. Сразу оговорюсь, что на канале есть несколько моделей кроссовок от Xiaomi, и ни одни из них я не могу назвать беговыми. Очень сложно после Mizuno и ASICS'ов бегать в Xiaomi, хотя модель Antilope придет ко мне только через неделю, и про нее я вам пока сказать ничего не могу. А сегодня я расскажу вам о Xiaomi FreeTie. 10 фактов. Начнем. Первое. Упаковка. Если у вас есть возможность заказать кроссовки без нее, обязательно это сделайте. То, что к вам придет вместо коробки, вас не просто расстроит, а введет в ступор. Хотя можете потом попытаться за это вернуть часть средств, но лучше их изначально ведь не тратить. Второе. Стоимость более чем лояльная. Всего 2200 рублей. Можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и это вместе с доставкой. Качественные кроссовки по цене китайского ширпотреба. Это очень приятно. Третье. Стиль унисекс. По этой причине два цвета на выбор. И это прекрасно, что даже прогулочная обувь бывает столь универсальной. Хотя некоторым девушкам может быть и черный цвет понравится. Четвертое. Размер обуви соответствует линейке. Никаких большемерок или маломерок. Носите 38, покупаете 38. Носите 39, покупаете 39. Наконец они с размерной сеткой разобрались. Пятое. Это экологическая линейка. Купили эти кроссы, знайте, что окружающей среде вред вы не нанесли. Шестое. Бесконечно универсально. У вас высокий подъем, косточки после балета выпирают. Нужна удобная обувь для бабушки или постоянно натирает мизинец? Эти кроссовки идеальный выбор. Когда вы в них ходите, ощущение такое, будто вы надели носки в тапочках. Очень они комфортные. Хотя при этом в той же мере и марки. Пыль их любит не меньше, чем грязь. Очень сильно. А еще и белая подошва. Седьмое. Верх кроссовок сделан из дышащего текстиля. Полиамид внутри и полиамид снаружи. Полиамид — это легкая дышащая, быстро сохнущая и износостойкая ткань, которая прекрасно сохраняет свою форму и не требует специального ухода. Язык кроссовок изготовлен из мягкого воздухопроводящего материала, который образует подушку безопасности и через движение сжатия, происходящего во время бега или ходьбы, увеличивает воздухообмен и помогает охлаждению поверхности стопы. Восьмое. Амортизация у них присутствует, но довольно топорная, по моему мнению. Ни о каком беге в них не может быть и речи, хотя производитель указывает, что подошва выполнена из материала EVA, разработанного специально для спортивной обуви. Он имеет легкий вес, обеспечивает упругую амортизацию и значительно повышает динамический отскок при беге, повышая вашу скорость и снижая нагрузку на суставы. Xiaomi FreeTie City Running Shoes имеют специальную рельефную подошву для надежного сцепления с поверхностью. Полностью выполнена по запатентованной технологии, которая уменьшает вес в области контакта и улучшает характеристики сцепления с хорошими противоизносными свойствами. Фитнес-трекер в них не засунуть, места под него в них просто нет. Но для бега я считаю их слишком мягкими. Девятое. Вес всего 185 грамм, один кроссовок и 370 грамм два. Если брать за точку отсчета именно вес, то они, конечно же, беговые. Но еще раз повторяю, что я в них бегать не советую. Максимум трусцой по стадиону. Десятое. Довольно убогая стелька, что неудивительно, учитывая цену кроссовок. Я бы ее сразу же заменил после покупки, если у вас есть хорошие стельки, либо обязательно купите в магазине себе хорошие ортопедические стельки конкретно под вашу пронацию. И если вы вдруг и правда решите в них заниматься спортом, спортивные стельки, опять же ортопедические. В дождь и по лужам в них, конечно же, не погуляешь. Как и вся подобная обувь от Xiaomi, они имеют светоотражающие вставки на пятки. Пятка же держит стопу, кстати, очень хорошо для бега. И уж тем более для ходьбы. Резюмировать хочу тем, что однозначно советую данные кроссовки для ежедневного использования и прогулок. В них ваши ноги точно не будут уставать. Так что если по стилю, цвету, фасону они вам подходят, бегом по ссылке в описании и покупайте. На канале несколько конкурсов, розыгрыши Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition всегда среди подписчиков. Условия в описании к видео. Следующий обзор будет на наушники i14, очередную копию AirPods. Стримы по воскресеньям, отвечаю на все вопросы, либо они у меня иногда тематические. Следующий стрим будет по поводу как раз выбора спортивной обуви. Отвечу на те вопросы, которые у вас возникли и ответы на которые я знаю. Спасибо, что смотрите. Девайсу да или нет, PolzaNet даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.